Тогда поехали. Сейчас попробуем. У вас должна на экране появиться моя презентация. Сейчас. О, появилась. То есть появился у вас экран, а теперь должна появиться презентация. Ну-ка. Да, все, супер работа. Ну хорошо, тогда поехали. Значит, зовут меня действительно Юля. Немного о себе расскажу, чтобы познакомиться с моей стороны. Я занимаюсь экологическими движениями, экологическими проектами общественными где-то с 2004 года. Последние несколько лет работаю координаторкой организации 350.org в наших странах. Плюс я защитила магистерскую работу по теме развития климатического движения в нашем регионе. И сегодня я буду использовать некоторые теоретические предпосылки из этой работы, тоже как примеры в этой презентации. Вообще, в целом, кроме изменения климата и теории социальных движений, я интересуюсь психологической устойчивостью в активизме, то есть тем, как продолжать изменять мир к лучшему и при этом оставаться здоровыми и веселыми. Если вдруг кого-то интересует эта тема, то вот последний линк на этом слайде «Activism Insight» — это блог, где можно обсуждать, где можно прочитать какие-то мои мысли по этому поводу и можно покомментировать. Вот. Кроме того, я интересуюсь переводом, особенно переводом каких-то текстов, книг для движения с английского на русский или на украинский, и в последнее время керамикой. Настя меня представила как эксперта. Я не думаю, что я такая уж крутая экспертка. Скорее, я человек, который интересуется, и в том числе вот креативным активизмом, артивизмом. Это что-то такое, что меня вот очень интересует, в чем я пытаюсь как-то где-то разобраться. И сегодня я постараюсь рассказать то, в чем мне как бы удалось разобраться. Вот, и тут еще написана моя почта julia@350.org. Если там после презентации, после нашего обсуждения у вас будут какие-то идеи или вопросы, или вы захотите мне сказать привет, то можно написать по этому адресу. Значит, план нашего сегодняшнего вебинара — где-то около часа я буду рассказывать, показывать и всячески вас развлекать. И после этого, как Настя сказала, будет возможность задать вопросы или какую-то дать обратную связь в чате. И тогда я смогу это видеть, и мы сможем как-то пообщаться по этому поводу. Что сегодня, о чем сегодня будем говорить? Я приблизительно разбила презентацию на такие блоки. Первое — это про креативный активизм в экологическом движении в целом. Зачем он нужен и почему вообще мы говорим о каких-то, об искусстве или творчестве в экологическом движении, в том числе в изменениях климата. А вторая часть будет такая чуть-чуть более теоретическая. Это как раз та часть, где мы поговорим как бы о принципах, о каких-то подходах к творческому активизму. И здесь вот будет чуть-чуть такой как бы теории. И третья часть, возможно, самая интересная, самая живая, где я покажу некоторые примеры самых таких известных акций или проектов креативных, связанных с решением проблемы изменения климата. Вот. И в конце я набросала на один слайд такие полезные ресурсы для артивизма. То есть если после этой презентации вам захочется там покопаться глубже, то там будут ссылочки, и можно будет это сделать. Так. Я сейчас на минутку закрою презентацию и посмотрю, вдруг вы в чате что-нибудь пишете, что что-то не так идет. Окей, вроде все нормально, вопрос со звуком решили. Значит, поехали. Для начала о климатическом движении в целом.
Кто-то из вас знает, но я просто смотрю по именам в чате, кто-то из вас участвует активно в климатическом движении, кто-то, возможно, еще нет, или просто я, к сожалению, вас пока не знаю. Но в целом, думаю, все мы понимаем, что глобальное изменение климата – это такая большая проблема современности, которая и экологическая, и гуманитарная, и политическая в том числе. То есть это такой, скажем так, букет симптомов, проявлений того, как наша современная цивилизация развивается и распоряжается природными ресурсами. И это проявляется в таком комплексе проблем, названном изменением климата. И понятно, что раз эта проблема такая комплексная, она завязана на всех системах нашего общества, то и решать ее нужно комплексно со всех сторон. И, собственно, из понимания этого выросло такое явление, как климатическое движение или климатические движения, потому что они могут быть разные в разных странах, с там, чуть-чуть разными фокусами. Но фактически, в любом случае, это такие низовые объединения людей, которые с помощью инструментов социальных движений, с помощью ненасильственных общественных действий пытаются изменить всю систему в целом. И сейчас я покажу ролик, который подготовила наша организация 350.org, для того, чтобы, ну, который объясняет, собственно говоря, в таких простых образах, что пытается сделать климатическое движение. Вот. Еще я забыла сказать, для тех, кто не знает, почему наша организация называется так. 350 частиц на миллион – это, согласно данным ученых, такая верхний условно-безопасный предел концентрации парниковых газов в атмосфере. То есть, если концентрация выше, то это провоцирует уже такие опасные изменения климата. И поэтому организация решила вот взять это число как свое название. К сожалению, на сегодняшний день уже концентрация гораздо выше. Она преодолела предел в 400 частиц на миллион. Это значит, что климатические изменения продолжают развиваться с большой скоростью. И вы даже увидите в этом ролике, который был подготовлен в 2009 году, что там, как бы на то время, когда готовился этот ролик, концентрация была еще около 390, а сейчас она уже выше. Вот, давайте посмотрим ролик. Вот такое видео, в принципе, старое, но, в принципе, когда я каждый раз его пересматриваю, то понимаю, что и на сегодняшний день оно отображает то, что мы пытаемся сделать. То есть вы видели, что там показаны разные виды деятельности, разные роли в климатическом движении, да, то, что могут люди делать, начиная от того, что они там пропагандируют велосипеды и возобновляемые источники энергии, до того, что они распространяют информацию через социальные сети или выходят на общественные акции и пытаются повлиять на действия политиков для того, чтобы решить проблему изменения климата. И, в принципе, тут мы подходим к вот этому вопросу, почему же творчество или искусство или какие-то необычные
методы ведения общественной работы, почему они важны. И вот, чтобы такую сделать еще одну небольшую преамбулу к этому, я поставила вот эту фотографию, она мне тоже очень нравится. Это во время одной из больших климатических акций была группа активистов, которые несли такой баннер, что изменение системы, а не изменение климата. Подчеркивая то, что действительно для того, чтобы решить эту проблему, нужно изменить саму систему, сами подходы нашего отношения и к природным ресурсам, и к людям, и к управлению в целом нашими странами и миром. И здесь, на следующем слайде, я вынесла такие 4 примерных, конечно, их можно придумать больше, но какие-то, которые, мне кажется, наиболее яркие предпосылки, наиболее яркие причины, по которым использование искусства в экологическом движении или в климатическом движении очень важно и эффективно. В первую очередь, и, наверное, это самое важное, это то, что искусство или любые творческие такие методы выражения, основанные на чувствах, они в первую очередь затрагивают именно конкретно чувства аудитории. То есть, например, если мы сравним, как действует, ну, допустим, какой-то научный отчет, да, об изменениях климата, и, допустим, театральная постановка или красивый постер об изменениях климата, то мы поймем, что они действуют немного иначе, и творческие методы непосредственно затрагивают чувства аудитории, и это позволяет в долгосрочной перспективе более устойчиво, более надежно изменить отношение людей к проблеме. Потому что ну, мы знаем, что, допустим, есть такие важные, как бы, важные вещи в преодолении любой проблемы, в том числе климатического кризиса, как, допустим, принятие необходимых законов или выделение финансирования из бюджета или еще что-нибудь такое видимое, формальное и ощутимое. И часто активисты добиваются или пытаются добиться того, чтобы произошли изменения в этом поле. Но это только верхушка айсберга, да? То есть под этим всем менее как бы видно, но, возможно, даже более важным является вот общественная культура вокруг какого-то, какой-то проблемы. Как люди к этому относятся, что они об этом думают, знают, принимают ли они участие в решении этой проблемы и как, и так далее. И вот именно изменение восприятия, изменение человеческого отношения — это то, чему искусство, в чем искусство, творчество и нестандартные методы коммуникации могут нам помочь. И особенно это важно в том числе в нашем регионе, где пока что уровень информированности и уровень понимания проблемы изменения климата не настолько высок, не настолько развит, как в каких-то других странах. И здесь роль творческого активизма в том числе очень велика для того, чтобы постепенно это отношение изменять. Вторая причина, по которой использование творческого активизма становится актуальным, в том числе для нашего региона, опять же, это потому что, как правило, или часто, вот этот те усилия или тот риск, на который нужно пойти, чтобы принять участие в творческих каких-то акциях, креативных, он ниже. То есть цена участия ниже, и человеку не нужно, или, ну, как бы, меньше нужно, допустим, рисковать там собственным комфортом или своей безопасностью, если это общественная акция, или даже свободой, если это какая-то акция, которая может быть расценена как незаконная. То есть гораздо легче и людям гораздо легче вовлечься в что-нибудь, допустим, на конкурс плакатов или какой-то танец на экологическую тему или костюмированная акция. И к тому же это может быть, ну, как бы веселее и привлекательнее, особенно для людей на начальных этапах, когда важно привлечь их внимание, чтобы они сделали какой-то первый шаг в направлении к решению этой проблемы. Третья важная причина – она связана с тем, как работает наш мозг, как работает наше восприятие. И я и назвала такой выход из тупика, потому что когда мы начинаем задействовать вот наше правое полушарие, которое больше ответственно за творчество, за импровизацию, то есть то, что нам нужно для креативного активизма,
наш мозг начинает работать немного по-другому, и мы можем найти те решения и те выходы, которые в нашей, может быть, обычной работе, когда мы сфокусированы на каких-то конкретных таких формальных вещах, возможно, мы не можем найти. И таким образом, через творчество, и в том числе через объединение в творчестве, люди, возможно, могут найти, создать новое видение того мира, который они хотят приблизить, или найти какие-то новые выходы, новые подходы, да, то, ну, как бы, какой-то сделать здесь прорыв. И это очень важно, особенно для, мне кажется, для тех людей, которые какое-то время уже работают в движении, потому что все мы склонны со временем, такое у нас формируется немного туннельное видение, и применение творческих подходов может помочь нам выйти немножко за пределы нашего туннеля. Вот. Ну и четвертая причина, я назвала так терапевтическое действие, она состоит в том, что творчество и какие-то методы искусства, особенно если вот оно делается, ну, оно и коллективно, и индивидуально, помогает нам проработать свои чувства, да, узнать о них, посмотреть на них, может быть, как-то их изменить. И это очень важно также в активизме, в том числе в экологическом, где со временем у людей может могут накапливаться какие-то негативные эмоции, например, от того, что мы видим, что продолжает разрушаться, допустим, экосистемы, или наши друзья в других странах страдают от изменения климата, или если у нас был какой-то травмирующий опыт в активизме, не знаю, неудачная акция, или, там, может быть, даже задержание полиции, или что-нибудь такое. И творчество в какой-то мере помогает выпустить эти чувства. Это также важно в долгосрочной перспективе для того, чтобы мы все оставались здоровыми, эффективными и приносили как можно больше пользы общему делу. Вот. На этом заканчивается часть о том, почему творчество важно в активизме. И сейчас я выпью чайку, и мы перейдем к следующему разделу. Вот. Вы видите сейчас перед собой слайд, где нарисована такая линия и флажки. И здесь я попыталась, ну, я использую эту схему для того, чтобы объяснить такую связь, или, может быть, наоборот, не связь, а кажущееся противостояние того, что мы называем искусством, и того, что мы называем активизмом. Видите, что с одной стороны я написала такой чистый активизм. То есть это действия, направленные на влияние и на конкретные, достижимые, осязаемые изменения в том вопросе, который мы пытаемся изменить. Допустим, принятие страной обязательств по сокращению выбросов. Мы можем использовать здесь разные формальные каналы для того, чтобы повлиять на этот процесс. С другой стороны спектра, справа, находится чистое искусство. То есть это действия, которые продуцируют символы, образы. Это что-то, что как бы является такой больше вещью в себе, которая делается там, человеком для себя, для того, чтобы выразить какие-то свои чувства. И иногда, ну, по крайней мере, иногда кажется, я, по крайней мере, такое встречала, что эти вещи как бы между собой мало совместимы, или есть люди, которые вот больше придерживаются одной стороны и которые больше придерживаются другой. И есть целый спектр между ними, то есть там социально активные художники, допустим, которые они производят, то есть они делают какой-то свой творческий продукт, но и в принципе, они немного направляют это на то, чтобы там пробудить интерес в обществе на какую-то заданную тему. Есть, с другой стороны, активисты, которые, пытаясь повлиять на проблему, но используют какие-то, может быть, нестандартные творческие подходы, там классные смешные баннеры или какие-то мемы в соцсетях для того, чтобы привлечь больше внимания общественности. То, о чем мы говорим сегодня на этой презентации, оно скорее находится где-то вот посредине. Есть даже такой специальный термин – артивизм. Это как бы арт, да, творчество, художество, искусство и активизм. И в целом артивизм – это вот что-то такое, комплекс подходов, который направлен на изменение ситуации к лучшему с использованием вот такого апеллирования к чувствам человека,
творческих подходов, творческих методов или просто нестандартному подходу к формулированию проблемы, к формулированию кампании, которую мы ведем. И вот на следующем слайде я подобрала несколько своих любимых цитат, которые мне вот как-то помогают понять лучше, что такое артивизм и, может быть, ну и как бы это понимание влияет на те действия, которые я предпринимаю в своей деятельности. И первая цитата, которая звучит так. «Политика — это не только и не столько логическое мышление и рациональный выбор. Это сфера фантазии и желаний. Людей мотивируют к действию мечты о том, что могло бы быть». И для меня эта цитата о том, что, ну, как бы соотносится с тем образом айсберга, о котором я говорила, что иногда нам кажется, что решающим фактором в каком-то вопросе являются вот логические, формальные, понятные вещи, такие как законы и так далее, или какие-то соглашения, бюджеты. Но на самом деле политика делается не только там, она делается, допустим, не только в парламенте. Политика, она на самом деле проникает во все общество, и во многом она генерируется самим обществом. И то, что происходит в формальной сфере, является часто ответом на выраженный или невыраженный запрос людей. И в этом случае задача активизма, артивизма — это работать с этим невыраженным полем представления людей. И в том числе вдохновлять людей, мечтать о том, что могло бы быть, мечтать о том, в каком мире они хотели бы жить, какую энергию они хотели бы потреблять, в каком отношении с природой они хотели бы быть. И здесь говорится о том, что предложив людям мечтать, поддержав их мечту, можно в конечном итоге привести также к изменению политики вот этой формальной и видимой. Вторая цитата звучит так. «В условиях, когда элита имеет столько власти, практически любое наше действие, как активистов, это всего лишь символ. И наиболее важный аспект наших акций — это месседжи, которые они запускают в массовую культуру». Для меня эта цитата, она вот является решением такого кажущегося, но иногда довольно резкого как бы конфликта между людьми, которые, допустим, в активизме хотят прямых акций, акций прямого действия, чего-то такого конкретного и, может быть, радикального, и теми, которые говорят, которые хотят скорее продуцировать вот символы, образы и запускать их в массовую культуру. И мне очень нравится тут, как автор говорит о том, что в принципе любое наше действие сейчас является символическим. То есть даже если мы, допустим, добиваемся закрытия какого-нибудь сильно загрязняющего предприятия, с одной стороны, да, выбросы уменьшились на какое-то количество, да, но в целом в большой картине это всего лишь символ, это всего лишь знак о том, что такое возможно, что добиться таких изменений возможно, что у людей есть сила, что система может изменяться. И поэтому очень важно, какую бы акцию мы ни делали, какую кампанию бы мы ни запускали, думать о том, какой месседж, да, она продуцирует, какую историю она рассказывает, эта акция. Как это выглядит в глобальной истории, допустим, развития движения. И в том числе, ну, мне кажется, этот подход, он примеряет вот такие чисто символические акции, как, там, допустим, климатический танец, да, который, ну, является чистым символом, он, возможно, прямо сейчас здесь ничего не изменяет, и акции или более радикальные, или более такие формальные. И последняя цитата звучит так. «Искусство приглашает нас задуматься, а не говорит, что именно нам думать». Для меня эта цитата, она также важна, потому что она выражает такую более открытую демократическую природу креативного активизма. Потому что действительно, как правило, любое творчество, оно более гибко и менее, возможно, у него меньше рамок, да, и таким образом, во-первых, оно побуждает в людях, которые видят его, которые воспринимают его, думать, чувствовать по-своему и формировать свое отношение к проблеме. А не говорит им, люди, делайте то-то и то-то. И с другой стороны, для самих участников
этого творческого процесса. Здесь, возможно, может быть больше свободы, больше пространства для выражения себя, своих чувств, своего видения, чем в некоторых других видах или при некоторых других подходах к организации активизма. Ну и последний слайд, где много слов, а дальше, обещаю, будут картинки. Это то, что вот заявлено в программе как принципы организации успешных креативных акций или принципы построения креативных акций. Ну, то есть здесь нет каких-то рецептов именно как это делать. Тут скорее опять-таки больше как точки зрения или какие-то умозрительные такие концепции, да, которые помогают сформулировать нашу идею. И первая, и ну, очень важная, мне кажется, цитата, которую я много где встречала, и которая, в принципе, выражает, наверное, мою позицию и, мне кажется, позицию артивизма по поводу того всего, что мы делаем. И она звучит как «Активизм — это искусство изменять представление о том, что возможно». То есть с помощью активизма мы пытаемся дать людям задуматься и понять, что что-то является возможным в нашем обществе. Например, если привести примеры из истории социальных движений, например, движение за гражданские права в Америке, когда черное население боролось за то, чтобы у них были равные права с белыми, в том числе можно увидеть их работу, их борьбу, как то, чтобы изменить понимание, изменить представление людей о том, какие должны быть отношения между расами в обществе. И вы помните, возможно, есть такая очень известная речь Мартина Лютера Кинга, где он говорит: «У меня есть мечта, и это мечта о том, что в Америке все равны, черные и белые, дети разных рас дружат между собой, и как бы все работают вместе на общую цель». И фактически с помощью этой речи и десятков, сотен других речей и акций им удалось действительно участникам этого движения изменить в умах общества в целом и черного населения, и белого представление о том, как общество может строиться, как оно может работать по-другому, чем так, как сейчас. И, возможно, задача нашего климатического или экологического движения также изменить представление людей о том, что возможно. Может, мы хотим, чтобы люди поняли, что возможно жить в гармонии с природой. Или о том, что люди действительно имеют силу что-то изменять. Или о том, что нефтяные, угольные, газовые корпорации не должны решать судьбу нашей планеты и человечества в целом. Да, то есть здесь мы открываем пространство, где люди, может быть, забрасываем какие-то идеи и даем людям возможность решать, что они считают по поводу возможностей в нашем обществе, по поводу того, каким это общество должно быть. Так, и вот еще тут есть список таких принципов. Я кратко по ним пройдусь. А потом я покажу вам видео, презентацию нашей компании, которую ведет сейчас наша организация. И я попрошу вас, когда вы будете смотреть это видео, оно очень короткое, 3 минуты, отмечать, может быть, там используются некоторые из этих принципов. Итак, первое понятие — это культурный кампейнинг. Культурный кампейнинг — это, в принципе, вот все то, о чем я рассказываю все это время, просто другое название. Это попытка повлиять на человеческое как бы невысказанные какие-то убеждения, представления, их знания о вопросе. И умными словами это звучит как интервенция в точке предположений. То есть мы идем туда, где находятся предположения людей. Например, предположение о том, что возобновляемая энергетика слишком дорогая, ненадежная и вообще какая-то неэффективная. Потому что многие люди так или иначе разделяют такое мнение. И с помощью своих действий мы пытаемся показать, что это не так, чтобы люди изменили свое предположение. Какие еще принципы креативного активизма? Креативные акции
часто направлены на то, что, ну это в принципе перекликается с той цитатой про активизм, чтобы сделать невозможное возможным, чтобы открыть в человеческом понимании место для того, чтобы задуматься и показать, что то, что до сих пор считалось невозможным, неэффективным, недостижимым, что это на самом деле возможно. Второй принцип, или следующий принцип, это делать невидимое видимым. Тоже очень важная вещь, потому что часто люди не хотят задумываться или не хотят принимать участие в решении какой-то проблемы, если они считают, что ее нет, или они просто не видят ее в своей жизни. И в том числе это связано с изменениями климата, потому что увидеть частицы на миллион парниковых газов в атмосфере практически невозможно. Или те малые островные государства, которые сегодня уже затопляются из-за поднятия уровня моря, мы фактически их не видим, разве что если вы подписаны на какие-то специальные страницы в Фейсбуке и следите за этими новостями. Да, и тут задача креативного активизма будет сделать это видимым, донести это до понятия людей, чтобы они ощутили это. С этим же связан следующий принцип – выражать невыразимое. То есть часто искусство или какие-то творческие подходы помогают нам выразить то, что выразить словами или с помощью каких-то логических построений довольно сложно или даже невозможно. Например, выразить какие-то наши чувства по отношению к вопросу, к тому же изменению климата, выразить наши страхи или нашу надежду и сделать это с помощью какой-нибудь необычной яркой акции или, не знаю, с помощью стихотворения или с помощью песни, тут может быть все что угодно. Следующий принцип — называть своими именами. Это значит, что с помощью акций, с помощью кампаний мы можем как бы говорить свою правду. Мы можем говорить, что это черное, а это белое, и что это так, а это иначе. И действительно использовать наши акции как рупор для того, чтобы заявить нашу позицию по какому-то вопросу. Следующий связанный принцип — рассказывать свою историю. Это значит, что, в принципе, все понятно, что тот опыт проживания какой-то проблемы, который часто является неуслышанным, непроговоренным в массовой культуре, с помощью креативных акций эти истории можно рассказать. То есть это могут быть истории борцов с изменениями климата, активистов, могут быть истории людей, которые страдают от последствий изменения климата, или которые живут в городках возле шахт, или еще какие-то истории. Любые, те, которые обычно не могут пробиться, в этот общий мейнстрим, с помощью креативных акций можно попытаться рассказать их, рассказать так, чтобы все услышали. Креативный активизм и творчество могут также придавать нам силу. И что это значит? Это связано, наверное, вот с этим тем низким барьером для участия, о котором я говорила раньше. То есть бывает так, что человек, поучаствовав в какой-то вот такой творческой акции, допустим, изготовление баннеров для акции или подготовка, вот как у нас в Киеве был климатический танец, человек может почувствовать, он как бы делает вот этот первый шаг для участия, и он может почувствовать в результате свою возможность, свою силу что-то изменять. То есть он сделал что-то немногое, он немного преодолел себя, чуть-чуть вышел за свою зону комфорта, но при этом он получил подтверждение того, что он или она может влиять на ситуацию в какой-то мере. И в том числе это очень важно для тех групп людей, чей опыт взаимодействия с властями или влияние на свою ситуацию, он такой скорее негативный. Потому что через искусство или через творчество они могут попробовать пережить это по-новому. Ну и последний принцип – объединять форму и смысл сообщения, очень важен для искусства. И мы посмотрим на некоторые примеры в следующей части презентации, которую я буду показывать, о том, что в отличие от, допустим, каких-то формальных действий в законодательных, допустим, каналах, творчество дает нам эту свободу и возможность сделать так, чтобы смысл, месседж нашего сообщения был еще более понятен, потому что и форма его усиливает. И там будут небольшие примеры, на которых мы, возможно, это увидим.
На этом теоретическая часть заканчивается. Я вам сейчас покажу видео вот нашей компании «Мастерская климата». И вы можете для себя отмечать, какие из этих принципов или каких-то еще цитат, подходов, о которых я сейчас рассказывала, какие из них используются в этой компании. Хотя компания сама по себе, вы видите, она как бы ну, не такая творческая, она не направлена конкретно на искусство. Но мы используем некоторые подходы для того, чтобы коммуницировать то, что мы хотим. Показываю. Своими силами создаем возобновляемые источники энергии и другие зеленые решения для общественных нужд. На примере этого двухэтажного дома в центре Днепропетровска мы хотим показать, что экологичная жизнь в центре большого города возможна. И своими действиями мы можем остановить изменение климата. Энергии ручья без трансформации. То есть кинетическая энергия движения ручья переводится в движение воды. Вот такой ролик. Мы сможем, если захотим, возможно, обсудить то, как тут проявлялись принципы креативного активизма в конце презентации. Сейчас я тоже на минутку посмотрю, что у нас в чате. Все ли у нас нормально? Да, вроде больше ничего не писали, значит, все хорошо. И теперь ура-ура, примеры. Значит, первый пример, который я включила, это акция или компания, она называлась Earth, как Земля. Вы можете увидеть ее написание. Да, в центре слова Earth выделено слово Art, то есть искусство. И они, как бы расшифровка этого, как они называют, это климатическое искусство, видимое из космоса. Это была компания к каким-то переговорам по изменению климата. Смысл ее был в том, что люди в разных странах или из своих тел себя, или из каких-то объектов делали изображения, связанные так или иначе с темой изменения климата. И это были изображения достаточно большие, чтобы их можно было увидеть и сфотографировать или с самолета, или даже со спутника. И вот внизу есть ссылочка, если вы захотите посмотреть больше. И я вам тоже покажу короткое видео о том, как этот проект выглядел. Thank you.
The Global Earth Lander Project is said to be part of the world's biggest ever artwork. People formed a giant image of an eagle joining the galaxy. The artwork displays the number 350, which represents the safe level of greenhouse gas emissions scientists say we need to return to. 1,000 people with blue tarps came out to show what the river would look like if global warming hadn't left its mark. So the idea is to make people think more about their environment. Like this one from Spain. It's the face of the future on a river delta. In the Dominican Republic, a house threatened by rising water levels. This is indeed a very unique experience. The children are going to form a formation of an elephant. Today we gathered 1,300 people on the Hoad Lawn to make a giant image of King Philip. The difference in artists and designers is they aren't aware of what climate change is, don't feel some sense of responsibility. The idea is to get everyday people to take part in action, just to prove to politicians that if we can do things to make a difference, then so can they. Вот такой замечательный проект, и, в принципе, вы слышали, что рассказывали дикторы в это время, то есть все участники разных акций объясняли, почему они избрали то или иное изображение, как оно связано с изменениями климата, и последний месседж был такой, что это в том числе обращение к политикам, и это обращение звучит так, как если обычные люди готовы действовать против изменения климата и делать такие впечатляющие вещи, то и политики, которые тоже люди, должны последовать их примеру и делать то, что от них ожидается. Несколько еще фотографий, связанных с этим проектом. Вот это в Штатах был такой орел, который является символом Америки. Они сделали его там тоже из людей, выстроились. Это вот был, я даже, честно говоря, не узнала где, но вот такое изображение белого медведя, которое долгое время являлось и, возможно, еще является символом изменения климата. И вот это вот в Индии школьный проект, где люди сделали, где школьники сделали такого слона, такое тоже индийское символическое животное, и вы видите, что внизу изображена поднимающаяся вода, то есть это тоже подчеркивает воздействие изменений климата. И кроме того, что, ну, важность этой акции, кроме того, что они смогли создать такие огромные впечатляющие изображения, которые попали, естественно, во все большие медиа, это было ново, это было, привлекалось внимание. Кроме того, как вы видите, в каждом из этих проектов участвует большое количество людей, да, то есть это сотни тысяч людей, которые посвятили свое время, и значит, что в процессе этого проекта они, конечно же, тоже узнали больше об изменениях климата и о том, какие есть пути решения. То есть он еще и такой образовательный был, у него был такой образовательный элемент. Следующий пример, о котором я хочу рассказать, это компания называется Liberate Tate. Tate — это в Великобритании такие две галереи искусства. Одна современного искусства и другая про историю искусств, где представлены разные, ну, великие работы. В основном это живопись, изобразительное искусство и скульптура. Ну, там, где современные, там все подряд. И проблема, которую подняли активисты, кстати, они есть, насколько я понимаю, больше такими, скорее вот на этом спектре, они ближе к художникам, то есть они сами занимаются искусством. Они подняли проблему ту, что оба этих музея Tate спонсируют British Petroleum. Это нефтяная компания британская. И поскольку она спонсирует, она во многом определяет политику этих галерей, в том числе там отношение к вопросам окружающей среды и изменений климата. И эти активисты решили, что, ну, это неправильно, так не должно быть. Почему деньги влияют на искусство и на общественное мнение? И они начали эту кампанию, которая длится уже несколько лет. Тут внизу тоже есть ссылка на их блог, если вы захотите почитать. И опять же, чтобы облегчить мне участь и меньше болтать, я вам сейчас покажу ролик одной из акций этой кампании.
вот такая акция, то есть вы видели, что в ней участвуют такие символические плакальщики и плакальщицы, которые как на похоронах одеты, они проходят по залам галереи, которые, и там размещены картины, датированные разными годами. И проходя через каждый год, они зачитывают, какая была концентрация парниковых газов в атмосфере в те года. Это была специальная акция, она была несанкционированная, и она проводилась вот как бы приурочена в связи с выставкой, которая была спонсирована компанией British Petroleum. И вы видели, что она привлекала, она как бы сразу привлекла внимание, посетители начали так сначала удивляться, потом фотографировать это и задумываться, и медиа, конечно, тоже это подхватили. Вот такой интересный подход, но в принципе, эта компания Liberate Tate, освободите Tate, она длится уже достаточно долгое время. Я сейчас покажу еще несколько примеров тех акций, которые проводят это движение. Вот это галерея современного искусства Tate. И вы видите, что здесь такой большой зал и такая белая большая штука, окруженная людьми. Эта белая большая штука — это лопасть ветрогенератора большого. И что произошло? Опять же, это было не санкционировано, то есть никто никого не предупреждал. Несколько активистов принесли как бы вот эту лопасть, разобранную на детали, то есть они принесли более-менее незаметно, собрали внутри зала и сказали, ну как бы обратились к дирекции Tate, галерея современного искусства, сказали, вот мы считаем, что это является произведением современного искусства, характеристичным для нашего времени, и мы просим вас принять это в экспозицию или в фонды музея. А у галереи есть такая позиция, что они как бы, ну, вот есть такой механизм, можно задонейтить, то есть там пожертвовать им, подарить какое-то произведение современного искусства. И как бы, ну, дирекция таким образом, она встала, получилась такой, оказалась интересной ситуации, когда, с одной стороны, у них вроде бы как нету формального повода отказать, да, с другой стороны, они вроде бы как и не могут это принять, потому что, ну, в искусстве, ну, как бы тогда им пришлось бы признать, что это произведение искусства, и это заставило бы их отвечать на какие-то вопросы, связанные с тем, поддерживают ли они возобновляемую энергетику. Считают ли они это важным, характеристичным для нашей эпохи? Если да, то как это связано с тем, что они спонсируются нефтяной компанией? И так далее. Ну, в общем, там была шумиха вокруг этого, но в итоге они, насколько я понимаю, так и взяли эту лопасть в фонды, и таким образом был создан вот этот медиаповод для прессы поговорить об этом, да, и привлечь внимание к вопросу. На следующем слайде вы видите модель, которая лежит посреди зала, среди экспозиции, облитой нефтью. И это был тоже такой перформанс, опять же, без какого-либо оповещения дирекции. Просто пришло несколько людей, человек разделся, лег на пол, другие начали поливать его нефтью из леек. И это был вот как тоже как такой перформанс, как свободное искусство, которое, в свою очередь, привлекает внимание к вопросу спонсорства. И вот последняя недавняя их акция на последнем слайде. Значит, они, ну, долгое время, участники этой компании, боролись хотя бы за то, чтобы галерея, ну, как бы официально заявила, какое количество денег они получают от British Petroleum, то есть там сколько это процентов в их бюджете, чтобы можно было дальше об этом говорить, раскручивать эту тему. И долгое время галерея сопротивлялась, не давала им этих цифр, но в конце концов как-то они добились того, что галерея там выпустила какое-то сообщение и сказала, вот столько-то, такое количество денег мы получаем ежегодно от компании British Petroleum. Что, ну и как бы само это заявление уже было в какой-то мере прогрессом для движения за освобождение Tate, потому что это, по крайней мере, вот признание, да, признание того, что это действительно происходит, и как бы это то, что они смогли вызвать у дирекции музея какую-то ответную реакцию на свои действия. И вот, когда они узнали сумму, активисты сделали такие ненастоящие деньги, которые они назвали British Petroleum Money. Они пришли в галерею с пачками этих денег, там, и по количеству той суммы, которую галерея получает в год от British Petroleum, и они разбросали эти деньги там по всей галерее для того, чтобы опять-таки привлечь внимание к этому грязному спонсорству.
Их борьба продолжается, и, в принципе, очень многие следят за этим, ну, насколько я могу судить, в Великобритании, и сами активисты вообще этому процессу очень радуются, они видят его как такая знаковая борьба, и в том числе, но и в то же время такая достаточно фановая, достаточно такая, ну, как бы, веселая, увлекательная. Дальше у меня пойдут примеры не каких-то конкретных компаний, а скорее методов или, ну, таких каких-то подходов, инструментов, которые могут использоваться в артивизме, в климатическом движении или в любом другом, на самом деле. И вот следующий пример — это куклы для протестов или куклы для каких-то уличных мероприятий. Что это такое? Это, ну, придумываются какие-то образы, характеристичные для той проблемы, к которой активисты пытаются привлечь внимание. И эти, ну, как бы, и эти образы, ну, как бы, с их использованием делаются такие большие фигуры. Чаще всего это папье-маше или картон, или какие-то любые подручные средства. И когда происходит уличная акция, там митинг или какой-то марш, любое что угодно, эти куклы, они возвышаются над всеми людьми, они большие, они заметны издалека, они привлекают внимание, они попадают на фотографии, и они объясняют суть самого протеста. В том числе, если их несколько, они могут представлять разные стороны конфликта, и между ними можно разыгрывать даже целые такие сценки, таким образом объясняя и зрителям, и журналистам о том, как бы, что на самом деле происходит, кто на чьей стороне, и в целом вот показывая суть самой проблемы. Особенно это классно, когда, допустим, проблема, она не настолько наглядна, как, например, изменение климата, или когда она скучна, как, допустим, подписание там какого-нибудь, не знаю, закона или какого-нибудь меморандума. Просто так стоять и как бы говорить об этом, кричать — это одно, а совсем другое дело, когда вы используете такие классные, яркие образы, которые объясняют эту проблему, делают ее более наглядной. И дальше вот у меня несколько примеров. Вот тут какой-то политик, которого, видите, у него в руке ручка, и он как бы должен что-то подписать, видимо, требуют активисты. Видите, у него руки как бы не на отдельных палках, то есть он такой движимый. Это еще один с протеста против нефтепровода Keystone XL. А вот этот в конце — это такой гигантский белый медведь, который который был использован на акции в Великобритании. Там была большая акция в защиту Арктики. И вот организации сделали такую большую механическую куклу. То есть она уже, конечно, сложнее, чем те куклы из папье-маше. Она может двигаться, там как-то голова у нее двигается, она едет. Ее зовут Аврора, по-моему, эту белую медведицу. И она вот привлекает, конечно же, такое внимание. Там все с ней фотографируются. И еще раз подчеркивает важность и неотложность решения проблемы изменения климата. Следующий пример, серия примеров, которые я хочу привести, это использование скульптуры в креативных акциях. И вот первая фотография, которую вы видите, это скульптура или скульптурная группа называется как-то что-то типа «Политики, обсуждающие изменение климата». Это такая, ну, маленькая, на самом деле, такие маленькие фигурки, и они стоят в луже, просто вот так на улице. И тут видно, что пока, тем временем, пока они это все обсуждают и решают, кто же должен что делать, и постоянно переносят ответственность с одних на другие, вы видите, что некоторые из этих политиков уже практически полностью погрузились в воду. И таким образом эта скульптура привлекает внимание к срочности, к необходимости принятия срочных мер для противодействия изменениям климата. И, с другой стороны, она подчеркивает этот затянувшийся и такой не очень такой амбициозный и смелый процесс ведения переговоров по климату на международном уровне. И вот когда я говорила о том, что артивизм, он позволяет объединять сам месседж, то, что вы хотите передать, и форму, это один из примеров.
То есть многие художники знают, что часто тот материал, который вы используете, он сам может являться дополнением образа или быть его основной характеристикой. И вот здесь и на других акциях это использовано с большим успехом. Очень часто для акций, связанных с изменением климата, используют как материал лед. Он символизирует собой полярные ледовые шапки или горный лед, который тает. Горные ледники, которые тают из-за изменения климата. И когда вы используете его на акциях, если это солнечный день, он также начинает таять, вызывая у людей соответствующие вопросы, эмоции, какие-то рефлексии на эту тему. Вот здесь, на этой фотографии, вы видите акцию, она была проведена в Познане, в Польше, во время очередных переговоров по климату. И там были такие сотни маленьких фигурок, которые сидели на ступеньках официального какого-то здания и, ну, таяли. Вот, и эта акция подчеркивает в том числе то, что изменение климата — это не только вопрос, там, допустим, который касается белых медведей, а это конкретные жизни конкретных людей, и время для того, чтобы остановить эту проблему или как-то ее смягчить, оно стремительно истекает. На эту же тему вот фотография такой инсталляции в Копенгагене, в Дании, во время переговоров тоже. Это был белый медведь, опять же, сделанный изо льда, и когда он начал таять, стало понятно, что внутри него спрятан вот такой металлический скелет, и он начал оголяться, и по мере того, как шли переговоры, время как бы уходило, и скелет все больше оголялся и оголялся, и это, конечно, вызывало у людей, ну, по крайней мере, у меня это вызывало такое сочувствие, да, к этому медведю, который вот он стоит, он как бы сам по себе ничего не может сделать, и он медленно исчезает, от него остается только скелет. Тоже такая акция, которая очень затрагивает чувства. И такой еще смешной пример на тему использования льда и снега. Многие люди пытались использовать снеговиков и как-то их обыгрывать, да, в привязке к теме изменения климата. И вот здесь это в Америке была такая акция, как бы смешная, да, такой троллинг небольшой. То есть люди сделали снеговиков, дали им такие смешные стебные плакаты в руки, и это привлекло внимание там журналистов. Вот вы видите, какой-то журналист там стоит и рассказывает перед камерой об этой акции, что там снеговики вышли потребовать действий против изменения климата. Смешно, весело и просто в организации, но тем не менее эффективно, да, в какой-то мере для передачи месседжа. Я, в принципе, говорю уже час, но я думаю, что я займу еще минут 5 для того, чтобы показать вам еще несколько примеров. Надеюсь, это будет окей. Мы тем более начали. А, нет, мы начали вовремя. Ну, в общем, минут 5 еще займу с вашего разрешения. Следующий пример — надувные фигуры. Это штука, которая, как и куклы, помогает привлечь внимание к проблеме, особенно если это какая-то массовая акция, протест. С помощью надувных фигур можно вот выразить, да, суть проблемы, выразить то невыразимое, как-то разбить его на понятные, осязаемые вещи. Кроме того, если это большая надувная фигура, которую можно передавать во время акции из рук в руки, то это также добавляет какой-то динамики, задействует участников и, в принципе, ну, как бы, так оживляет протест. Вот здесь представлен, это называется carbon bubble, углеродный пузырь. Углеродный пузырь сам по себе — это такой термин из мира финансов, который означает, что, ну, как бы, если мы хотим остановить изменение климата, то 80% всех разведанных запасов ископаемого топлива, которые сейчас известны и которые компании уже включают в свои планы и активы, и на которые выпускают акции, они должны остаться в земле. То есть, скорее всего, если будет достигнуто мировое соглашение, эти ресурсы не будут добыты. И те инвестиции, которые в них идут, они как бы просто пропадут. И те люди, которые вкладывают в это деньги там, через банки, или покупая акции, или еще каким-то образом рассчитывая на финансовую выгоду от этого, ну, как бы их деньги просто лопнут, как пузырь. И вот эту всю штуку объяснить, как бы, может быть, довольно длинно ее объяснять. И вот ребята решили это визуализировать, сделать такой огромный надувной пузырь и использовать его для того, чтобы люди увидели это и задумались вопросом, и, может быть, захотели бы больше узнать, а что же это за такой углеродный пузырь. А вот другой пример использования этих углеродных пузырей
тоже несколько уже было таких акций, когда люди делают себе костюмы этих пузырей. Это очень смешно выглядит, и они используют это в разных целях. Например, вот недавно в феврале на Global Divestment Day, глобальный день девестиций, несколько таких этих людей-пузырьков, они с собой забаррикадировали вход на биржу, где идут торги акциями, и таким образом вот привлекли внимание к этому вопросу. И еще пример использования надувных фигур. Это такая компания есть CaffeCall, как бы кашель ради угля или что-то такое. Это такая компания креативных активистов. Они сделали огромные такие вот, видите, надувные легкие. И они используют их в разных акциях для привлечения внимания к проблеме угля. И для того, чтобы говорить о том, что уголь не только плох для климата, но и плох для здоровья людей. Непосредственно для их легких, для их здоровья. Они как бы используют эту надувную штуку, чтобы привлечь внимание, а дальше рассказывают как бы существующую статистику по заболеваемости и приводят разные факты. Вот эта фотография с их акцией, у них было такое видео, тоже похороны легких, когда они ходили вот в таких черных костюмах вокруг какой-то угольной станции. Их в это время снимали с вертолета, и они с этого смонтировали такой клипчик прикольный. Сейчас они уже изготовили несколько комплектов этих легких, которые они готовы по запросу высылать в любую страну для людей, которые хотят провести акцию против угля. Так что вот такая возможность есть их использовать. Предпоследний пример — это стрит-арт. То есть любое искусство уличное, да, которое происходит в общественном пространстве. Здесь будет видео, это интересный пример использования граффити, то есть изображение на стенах, вы увидите его. И потом будет еще несколько примеров стрит-арта, который вот не граффити, а другой. Показываю ролик. То есть вот ребята здесь использовали граффити для того, чтобы рассказать историю, да, какую-то, такой создать сюжет. Следующий пример — это акция, проект «Свобода на бумаге». Это из Беларуси, он не связан с изменениями климата, но я решила его здесь использовать, потому что он очень наглядный. Это художники, которые делали такие вот маленькие-маленькие фигурки из бумаги, покрашенные карандашами или акварелью. И это были фигурки людей, которые держат национальный флаг, или вообще вот просто какие-то веселые там с воздушными шариками.
И как бы они это сфотографировали и выложили в сеть. И в этом, собственно говоря, была и вся акция, но она очень хорошо, вот здесь также использование формы этих маленьких людей, таких бумажных, и, собственно говоря, очень уязвимых таких, потому что, ну, акварель, карандаши, это все под воздействием дождя, ветра, все это блекнет, размывается, и это привлекает внимание к вопросам свободы самовыражения, свободы слова в стране, и также к тому, что как бы реальные люди, возможно, не имеют возможности выйти на улицу и выразить то, чего они хотят, и вместо них вот выходят такие маленькие мультяшные персонажи. И следующий похожий пример, это уже из Украины. Эта акция под названием «Невидимые» была в городе Ивано-Франковске. Она была для того, чтобы привлечь внимание к вопросу торговли людьми и современного рабства. И это был парк, в котором стояли вот фигуры, такие белые фигуры людей. На некоторых из них были написаны личные истории людей, которые попали вот в торговлю людьми, которых использовали, которых удерживали без их согласия, у которых отбирали документы, заставляли там работать на стройках или в оказании сексуальных услуг. И этот проект привлекает внимание к тому, что проблема торговли людьми есть, но она такая невидимая в обществе. Они не говорят, эти истории не рассказываются, люди об этом не задумываются. И в том числе это значит, что они сами подвержены риску попасть в такие ситуации. Очень, мне кажется, тоже такая, ну, как бы затрагивающая чувство. Акция, заставляющая задуматься. И последний пример — это партизанское озеленение. Не напрямую связано с изменениями климата, но хороший пример того, что можно делать в городах, что можно делать, не обязательно выходя на протесты, и что хорошо привлекает внимание, является просто само по себе такой приятным таким действием. По-английски называется guerrilla gardening, то есть партизанское садоводство, озеленение, состоит в том, чтобы использовать растения или растительные материалы в городской среде, так или иначе, или для того, чтобы что-то сказать, привлечь внимание, или для того, чтобы было красиво, или для того, чтобы вырастить даже какие-то овощи, фрукты, продукты для того, чтобы их использовать. Вот здесь вы видите пример, это зеленое граффити, то есть это как граффити, да, можно изобразить какие-нибудь слова или картину с помощью мха, который посажен просто на стену. Он такой кропотливый процесс, мои знакомые в Украине пробовали, у них не совсем получилось, но в интернете есть много примеров, и, возможно, у кого-то получится лучше. А сама штука по себе очень классная и сразу, ну, как бы вызывает такой интерес у всех, кто ее видит. Ну и как бы опять объединение формы и месседжа, да? То есть мы хотим что-то сказать в защиту природы, используя для этого саму природу. Второй пример из зеленого партизанства — это семенные бомбы. Здесь на фотографии вы видите мою подругу Ольгу из Украины, которая делает эти бомбы и проводит мастер-классы. По сути, это такая, ну как бы, грудочка земли, глины и удобрения. Вовнутрь засовываются семена растений, которые могут вырасти в городе. Это все из этого всего делается там шарик или любая другая форма. Потом оно высыхает, и можно ходить по городу, разбрасывая их там на какие-то заброшенные территории или в необлагороженные клумбы, для того, чтобы там росли растения, они украшали собой город. И кроме того, ну вот как бы они тоже являются олицетворением такого креативного зеленого сопротивления, да, они растут везде, никого не спрашивая разрешения. Ну вот последний пример партизанского озеленения, это когда берется какое-то заброшенное место, и там разбивается такой сад или огород. Тоже классная штука. Вот, на этом моя презентация закончилась. Последний слайд — это полезные ресурсы для артивизма. Если у вас будет интерес, ссылку на презентацию я пошарю, и вы сможете зайти по вот этим вот ссылочкам, посмотреть, что там есть. Там разные есть вот гиды, идеи, есть платформа для обсуждения акции активная, и есть книга Beautiful Trouble, это набор креативных инструментов. Сейчас она доступна на английском бесплатно, скоро она выйдет на русском. Вот. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно, и у нас еще есть немного времени для комментариев, вопросов и так далее. Спасибо.
Да, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, их можно писать в чате, и я или Настя их увидят. Сама презентация со всеми ссылками, она доступна вот здесь. Ну, Настя, давай еще подождем, может быть, минутки-две. Вдруг кто-то с чем-то созреет? Вот Дмитрий Колясников спрашивает: Юля, над каким проектом вы сейчас работаете? Ну, в моей организации 350.org я сейчас координирую запуск компании «Мастерская климата». То есть это вот эта вот программа поддержки практических проектов экологических. И в том числе моя роль будет в том, чтобы отбирать, ну, люди будут подавать заявки, и я буду отбирать тех людей, которые мы можем поддержать, и дальше буду их вести, как бы пока они будут осуществлять свои проекты. А над креативными, такими творческими, особо никакими, кроме блога, который я веду про психологическую устойчивость в активизме. Окей, Настя, тогда я думаю, мы не будем тянуть кота за хвост. Если народ вдруг захочет пообщаться, то вот... Можно смотреть презентацию, можно заходить на наши сайты, они указаны там в презентации, можно писать мне на e-mail. Я еще раз сейчас напишу свой адрес. Julia@350.org. Вот. Спасибо вам большое за ваши благодарности, за ваше внимание. Презентацию можно шарить с друзьями, можно подписываться на наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Вот. Желаю вам больших успехов всем, как на экологическом поприще и на творческом поприще.